В выходные дни в Запорожье праздновали Масленицу. Как провожали зиму и встречали весну, видела наша съемочная группа. Масленицу в Запорожье праздновали активно. Народное гуляние устроили во всех районах города. В Шевченковском праздновали в трех местах, в Заводском – в двух. Мы это сделали для того, чтобы максимально дать возможность запорожцам поучаствовать в этом прекрасном празднике. Для меня лично Масленица – это не просто вот повод поесть блинов, это, наверное, повод осмыслить, достойна ли городская власть руководила городским хозяйством прошедшую зиму. Для кого-то повод задуматься, а для большинства людей Масленица – это повод хорошенько отдохнуть. Заканчивается масляная неделя. Время особой радости, время, когда церковь напоминает нам о том, что в нашей жизни должны быть минуты радости. Молодожены Михаил и Алена приехали на площадь Маяковского, чтобы пофотографироваться. О народных гуляниях не знали, поэтому танцы, песни и угощения стали для них приятной неожиданностью. Да, Совершенно случайно, мы не ожидали. Тогда приехали сюда фотографироваться. Да, вот здесь очень красиво, очень понравилось. Мнение молодоженов разделяют и остальные гуляющие. Спасибо организаторам за такой чудесный праздник. Всенародный. Огромное спасибо. Хорошее настроение. Очень. Замечательно, очень весело. Блины очень вкусные, чай горячий, сладкий. Ой, просто замечательно. Веселый праздник, хорошо поют, хорошо танцуют. Кульминацией гуляний по традиции стало сжигание чучела Масленицы.